Приветствую, друзья! С вами Лариса Рудин. Сегодня мы поговорим о взаимодействии мужских и женских энергий, сотворчества или сожительства. Существует множество нюансов взаимодействия мужчины и женщины. Сегодня я расскажу о гармоничном распределении энергии в паре. Так уже устроен наш мир, что единственный способ получать – это отдавать. И на то, насколько мужчина и женщины готовы отдавать в паре, настолько гармонично будут закручиваться их энергии и настолько гармонично будет происходить их взаимодействие. Первая чакра – корневая. У мужчин она находится в основании копчика, у женщины – между яичниками. Это чакра стабильности, заземленности, благополучия. В ней находятся и живут наши страхи. Так вот, мужчина по этой чакре передает женщине уверенность. Уверенность в благополучии, уверенность в семье, уверенность в стабильности. Женщина эту энергию по первой чакре принимает. Женщина поднимает энергию уверенности, стабильности и безопасности в свою вторую чакру. И из этой чакры делится энергией удовольствия, наслаждения с мужчиной. Таким образом, между мужчиной и женщиной происходит энергетический обмен. Мужчина и женщина друг друга питают и наполняют энергией. Мужчина может эту энергию спустить в свою первую чакру для обретения стабильности и уверенности, может поднять следующую чакру для реализации в социуме. Из третьей чакры реализации в социуме мужчина питает женскую чакру реализации в социуме своей энергией, чем дает ей возможность проявляться в социуме. Женщина поднимает энергию из центра реализации в сердечную чакру и наполняет ее. Из сердечной чакры женщина передает энергию безусловной любви мужчине и наполняет его сердечную чакру безусловной любовью. Мужчина поднимает эту чакру в свою горловую чакру. Это энергия самовыражения, это энергия творческого порыва. Из своей горловой чакры он делится с женщиной этой энергией творчества. Женщина поднимает энергию творчества в свою чакру интуиции. И она может получать озарение, предвидение. Она может советовать мужчине, в каком направлении ему двигаться. И если мужчина будет прислушиваться к своей женщине, то он всегда сможет выбрать правильное движение в своей реализации. Дальше энергия и мужчины, и женщины поднимается в седьмой центр связи с Божественным и отправляется к нашему Высшему Я. От нашего Высшего Я она возвращается и наполняет центры и мужчины, и женщины. Каждый из партнеров, и мужчина, и женщина, гармоничные, самодостаточные энергетические существа. И энергия в них подтекает очень гармонично от одной чакры к другой, по вертикальному столбу. В этой взаимосвязи я показала, как мужчина и женщина могут подпитывать и вдохновлять друг друга для достижения лучших, качественных и более продуктивных результатов. Существуют разные способы взаимодействия мужчины и женщины в паре, и, к сожалению, не всегда это гармонично. Если вам интересна данная тема, задавайте ваши вопросы, и я с удовольствием на них отвечу.